генералом действительно давно не играли, но мы, может быть, сегодня успеем и то, и другое. Погнали, погнали, ученого. Восьмое, девятое возвышение. Боссы теперь появляются с восьми обычными противниками. Вот оно и усиление возвышения. Вот это и решение ситуации, когда у нас... Когда у нас, например, было... Что приходит один осьминог, и все. Слушайте, вот это оно. Это оно. Это очень сильно усилит некоторых боссов. Особенно таких, как сова или осьминог. Ух. Я надеюсь, что это не автосмерть. И я не знаю, каких именно боссов эта игра будет считать. Элитки или именно боссы-боссы? Хороший вопрос. Замечательный. Как играть ученым? Я не помню. Как всегда, я ничего не помню. Я помню, что открытие... дай мне игральную кость. Так, тратить. Тратить — суперсильная карта. Окей, все, я вспоминаю. Я вспомнил. Тратить. Дает тебе все золото в начале игры. Потому что оно... Единственный минус тратить в начале игры — это то, что ты получаешь металлолом, когда играешь карты навыков, но ты карты навыков не будешь в начале игры играть все равно. Во всяком случае, много. Поэтому тратить просто с памяти нужно и все. И у нас будут некоторые проблемы. То есть, что я буду в нашей ситуации делать? Я буду жадничать. Сейчас это будет самый жадный ученый за всю историю человечества. Я не буду заморачиваться насчет лабораторных мышей. Мы пробовали играть в лабораторных мышей, но чисто в них играть, по-моему, сложно. Я не уверен, что они так уж нужны. Вообще, можно, наверное, гвардии обойтись. Я построю гвардию сейчас. И одну апгрейджену лабораторную мышь. Потому что гвардия затащит первые несколько волн. И не нужно особо заморачиваться. Хранить три случайные карты в руке. Опа, а вот эта штука, она сейчас заблокирует сыр. И теперь этот сыр до конца игры будет висеть у меня в руке и сделает все сыры остальные намного круче. Кайф. Варлок, я поставил на тебя все коины. Зря. Ну, как бы я не могу тебе помешать. Варлок обязан выиграть. Да что это за казино? Эксперименты. В течение 30 секунд плюс 30 золота за каждую использованную карту навыка. Ну, это раньше билд ученого был на этом построен, но сейчас он не работает. Что я думаю насчет крысоботов? Я думаю, что они не очень хороши. Потому что электрон срабатывает только когда крысобота убивают. Есть смысл играть крысоботами? Тебе сносят пачку крысоботов, ты потом вытаскиваешь фул руку металлолома и не можешь ничего сделать. Не можешь строить других бойцов. Я думаю, если ты хочешь брать крысоботов, особенно таких, как электрические, то тебе нужно к ним эту штуку, которая превращает металлолом в крысоботов, карту. Что-то такое, не знаю. В общем, боюсь я пока брать крысоботов. С другой стороны, это лучше, чем гвардия и лабораторные крысы. Но не намного. Я думаю, я пока уровень лидера возьму. И мы как минимум подождем магазина. Сейчас будут хорошие деньги от гончара тратить зерна и сыра, потому что весь сыр, который мы вытаскиваем, мы всегда играем. И классическая башня-стена, плюс куча экспериментов, шпионаж. А точно не я буду брать лабораторных крыс, окей? Лабораторные мышки нам не нужны. Давай попробуем уровень лидера быстро замаксить до четверки, пятерки. Это неплохая идея, потому что уровень лидера дает бесплатные навыки. Нам не нужен рандомный боец, чат. Крысоботы, ретроны были лучше. Кстати, да, ретроны были лучше. Перевод потихоньку исправляют, но, по-моему, ретроны действительно было круче. Звучало. Интереснее. Нужен боец? Нужен ли за ученого боец? Особенно рандомный, неизвестный. Это чумной крысобот.
Что думаешь, чубного крысобота? Ну, он типа... типа норм. Он с башнями хорош. Я беру советников. Дома пока не актуальны. Плюс 50 золота всегда, когда удаляешь карту. Окей, комментарии мне на ютубе сказали, что это не худший в истории человечества советник. Комментарии на ютубе сказали, что золото за удаление карты распространяется на временные карты. То есть, если ты получаешь временную карту, и потом ее из колоды удаляешь, сыграв ее, то ты получаешь это золото. Что я не уверен, что это так работает, но возможно. Чат, вам не кажется, что игра сильно тихая стала? Почему у меня игра такая тихая стала? Они поменяли в апдейте этот громкость игры. Чат, я схожу с ума или игра тихая? Возьму благословление. Вот так вот лучше вроде, да? Норм было? Вернуть как было? Не понимаю. Может я крыша едет. Дешевле сделать гончара. Вроде как всегда. Значит, я схожу с ума. Ну что, тоже неплохо знать заранее. Окей, я хочу строить крысоботов. Крысобот, чума. Это просто чумной крысобот. Вертай обратно. Да, значит, у меня крыша едет. Ну ладно. Окей, проверяем. Я сейчас беру рандомную рандомную карту навыков. Сбросьте с вашей руки карты, добавляет статические заряды. То есть смотрите, я беру полную мощность. А нет, мне сбрасывать карты нельзя. Я беру временную карту, статический заряд. Я ее играю и смотрю, добавится ли мне 50 золота. Нет, комментарии на ютубе. Или добавилось 50 золота. Добавилось? Добавилось, окей, значит. Значит, это хороший советник. Он за временные карты будет давать тебе. Он за временные карты дает золото. Окей, тогда это хороший советник. Я был неправ. Каждые 30 секунд сбрасывает 3 без карты беспокойства. Ага, ну это переработка металлолома. Мне нужно строить что-то. У меня ничего пока нету. Просто дом? Нужен нам дом. Станция переработки сложнее найти, чем дом, мне кажется. Точнее, не так. Дома не самый лучший способ для постройки крысожителей. Вот так будет правильно сказать. Потому что дома относительно много места занимают. 4 дома. Нет. Большие здания больше места занимают. Я не прав. Дома хорошая штука. Возьмем дом потом. Просто я взял из ивента 3 крысожителей и теперь не хочу на дома тратиться. Станция переработки с ретронами класс. Ретроны сейчас начнут падать постепенно. Они не бесконечные. Так, как мне тогда сделать? Получается, если я найду способ штамповать нам... Что я кликнул? Я, по-моему, только что сделал клик-клик-клик и накликал нам один уровень лидера, да? О, еще башня. Да, мне кажется, что я случайно накликал нам один уровень лидера. Что неплохо, но это не было моим планом. Окей, игровой автомат. Мимо, минус 100 голды. Хорошо, поиграли. Здесь две башни. Ну, это будет башенная сторона. Мы развиваемся в эту сторону. Здесь я в итоге электрон, наверное, улучшенный хочу поставить. А, вот и он. Громоотвод. Дом. Разведчики, ретроны. Электрические крысоботы.
за уровень лидера только что половину золота отдал, что было точно ошибкой. Я не думаю, что нам нужен рандомный навык. А ты что думаешь, сосед? Ты думаешь, что если вытащим электрический шок, например, прикольно, да? Точно. Или любой навык, который создает временные карты. Это много золота будет. Слушай, ты прав. Да-да-да, тот, который сбрасывает руку и дает эти электрошоки. Точно. Слушай, давай действительно возьмем. Окей, сосед, но если его здесь не будет, я не знаю, что с тобой сделаю. Ну и чего? Капец. Сосед. Чего бы доброго? Расплай гончара. Ну, мы, грубо говоря, могу удалять карты вот этим оставлением их в руке пока что. Пока ничего интереснее мы не придумали, что с этим делать. Мисплей гончара номер два. Я могу гвардию, лабораторную крысу прицепить туда и использовать, когда это будет нужно. Окей. Хватит нам уровней лидера. Уровней лидера, по-моему, достаточно на ближайшее время. Так, еще дома. Гиперлуч для элитки? Просто... Нет, это... он в 100 золота мне выльется. Мы элитку и так убьем нормально. Изменяет металлолом во временных крысоботах. Вот это нужно. А лучше статический заряд. Значит так, у варлока сыр с мышами, а у меня чаек с печеньками, кто ко мне? Чай с печеньками! Ей! Локдоги, спасибо тебе огромное за донат 100. Спасибо тебе большое за поддержку. Благодарю. Очень-очень благодарен тебе за поддержку. Чаек с печеньками, это класс. Единственное, чего мне на Новый год не хватило, это сладкого. Я, короче, пошел искать сладкое нормальное на Новый год нам. И, ну, я ходил 30 числа, как всем положено, но не нашел вообще сладкого. Поэтому у меня Новый год был без печенья, без тортиков, без пирожных, вообще без ничего. И вот чего? За сладким я соскучился. Так что завидую тебе. Теперь я тоже захотел чая с печеньками. А у меня в доме ни одной... У меня в доме ни одной печеньки. А, вон я вижу в чате печеньку. Беги. А то сейчас проголодаюсь. Спасибо тебе огромное, Локдоги, за донат. Угроза шантажа. Так. Половина золота. Время волны врага. Но это плюс 15 секунд на одну волну. Но я все равно отдам половину золота, потому что я не хочу. Где элитка? А, элитка отложилась? Ну, прикольно. Вы видели? Она откладывает прям волну. Оно прямо отложило мне волну. Очень интересно. Я такого раньше никогда не видел. Прям полностью таймер сбросился. А знаешь что? Я могу кликнуть, призвать элитку пораньше. Какого черта? 80 голды как с куста. Да? Как бы на дороге не валяются. Сейчас оно все подойдет. Сейчас. Я жду прыгунов поближе. И теперь статический заряд. Изи, элитка. Вообще изи. Экономист. Улучшите все полученные экономические карты. Что? Что? Я вообще никогда этого советника не видел.
Вау, ну грозовая буря, это такое мощное. Это, наверное, самое лучшее боевое заклинание в игре. Черт. Слушайте, ну я должен взять этого чувака хотя бы потестить. Я видел баню, чат. И библиотеку видел, но мы должны проверить. То есть, смотрите, я... Окей, вот у меня и был вопрос. Он улучшает карты, которые у тебя уже в колоде, или улучшает карты, которые ты получаешь в будущем? Проверено, он улучшает карты в твоей колоде. Что очень неплохо, потому что у нас сейчас сыр-то усиленный, на самом деле. Так, что я хочу здесь? Всегда сохранить, да? Убрать гвардию, грубо говоря, им. Сохранялкой. Справа здесь башни должны затащить. И теперь усиленное зерно, усиленный сыр. Слушайте, усиленное тратить. Так-то, блин. Что я хочу? Нет, я хочу два сыра играть. Я не хочу два сыра держать и играть один сыр. Улучшенный сыр, да. Мы даже можем... Мы можем даже сырный рынок построить. Я небольшой фанат билдов на сыр. Но, слушай, мы могли бы это сделать. Так-то без шуток. Мы штампуем армию ретронов, которая сольется в какой-то момент. Я до сих пор не придумал, как выигрывать ученым, честно. У меня пока нет идей. То есть ретроны не выигрывают забеги. Навыки получается, да? То есть нам нужна будет молния. Потому что сейчас у меня вот ретроны все дружно сливаются. Ну что, не такая большая проблема, потому что я делаю вот так. Потом играю белка лидера, превращают все в деньги. Не знаю, снова. Мы превращаем это все в сплавы. Сплавы — это деньги. Так, снос. Здесь камни есть? Здесь камней нет. Минус камень. Но рано или поздно это будет проблемой — отстраивать армию ретронов. Окей. Рынок всегда берем. Ты всегда берешь рынок. Сохранить камень. Подбрасывать врагам, да? Под ноги. Магазин, что-то хорошее. Замедлитель. О, за каждые 60 секунд хранит две случайные карты в игре. Какая фигня. О, сырный рынок, а вот и он. Слушай, замедлитель — новая карточка. Мы ее раньше не видели. Да. Ну, в теории, для билд на хранение карт, не знаю. Изменить. Для следующих 30 секунд 5 золота всегда, когда электрон применен. Это нужно было на электроретронов делать. Исследователь, какая классная мышка. Плюс 1 ущерб всем картам навыков. 10 исследователей, плюс 10 урона всем картам навыков. Это если они не улучшены. Если они улучшены, плюс 20. В игре есть карта, которая дает золото и снимает эти сохранения. Вот как с этим работать. Но статы у исследователя никакие. То есть у него нет статов. 4.20 — это не статы. Устрою сырный рынок нам на золото. Опять же, из-за специфики того, как мы играем сейчас. Я не знаю насчет исследователей. У меня такое ощущение, что... Он пока не будет у нас работать. Какой у нас навык будет наносить урон? Цепная молния? Цепной молнии, собственно, нету. Где цепная молния-то? Шторм, который электроны накладывает, он именно накладывает электроны, а не урон наносит. Это разные вещи. Вот. Да нету у меня навыков. Сам ты дурак. Я все сохранил. Окей, рынок сюда. Здесь пока бойцы не нужны, здесь эти башни справятся. Апгрейды я был бы не против нам раздобыть.
Зачем я дом взял? Мне нужно было брать благословление, у меня же улучшенные сыры. Мне нужно было сыры делать дешевле. Я дурак. Типа это ни для кого не новость, я понимаю, но дурак все равно. 100 дурак, у которого 2000 золота, ага. Варлок, тебе стучат? Да это они и так прикалываются. Зачем я сыр сохраняю? Нет, мне нужно один сыр хранить, все остальные всегда играть, окей. Okay. Зелье лечения. О, нет, племя. Племя, племя, племя. Всегда играй, племя. Я думаю, мне больше не нужны мутанты. Они уже не должны работать. В теории. В теории мы будем работать через крысобота. Ну, в ближайшее время. Крысобота не идеально, но все равно. Я на этом ивенте в последнее время беру все время советника. Да, минус один на атака — это плохой баф, но советники могут выиграть забег. Легко. Экспертиза. Для следующих 15 секунд, когда ты разыгрываешь карту навыков, временно плюс 5 урона всем картам навыков. Снова билд на карты навыков. Монастырь. Подожди, что там еще было? Удаление карты. Ну, монастырь лучше, чем удаление карты, потому что монастырь... В монастыре он много раз будет тебе карты удалять. И... пускай сюда идет. Окей, так, так. Окей, элитка. По идее, элитку должны затащить. Монастырь автопик. Монастырь. Кто там еще? Кузнец, который апгрейдит карты. Башни. Это все автопики. Амбар, но нет ферм. О, сколько крысоботов. Сюрприз, оглушающий крысобот. Но если мы играем чумными крысоботами, мы играем чумными крысоботами. Мое мнение, ну точнее, у меня есть теория. У меня есть теория, не надо смешивать крысоботов. Если ты делаешь каких-то крысоботов, делай фокус на крысоботов. То есть мы играем крысоботами на чуму. Играем чумой. Чумные крысоботы, они увеличивают урон. С навыками хорошо. Оглушение норм, но я хочу узкую специализацию сделать. То есть мы берем чумных крысоботов и просто спамим их. А, взять новых, а тех удалить. Это, кстати, логично, да. Потому что у тех, которые у меня здесь лежат, у них минус одна атака. Абсолютно логично, да. Окей, старых удалить. Вот это, кстати, идея кайф. Я бы не это не додумался. У меня элитка. Бахнуть по элитке, что ли? Статическим зарядиком. Ближе, еще ближе. Ближе. Это было стрёмно. Да еще стремнее, еще собаки кричат. Еще и собака кричит. На улице холодно, пусти пёсю в дом и свет. Мы чуть не умерли. Мы были в одном ударе этой крысы-прыгуна от смерти. Лог-доги, спасибо тебе огромное. Спасибо тебе огромное за 666. Чат, вы пропустили, но, короче... Там одного удара не хватило, чтобы только что проиграть. Мы уже домой чуть-чуть крыс только что не пустили. На улице холодно, пусти пёсю в дом, изверг. Я уже пустил пёсю в дом. Почему вы, чат, почему вы все считаете, что я какой-то изверг? Почему все думают, что я злой и плохой? У меня есть пёся. Вот мой пёся, чат. Вот же он. Вот пёся. И пёсю домой пустили. Пёся не живет. Окей? Вот он. Все. Я не знаю, чего этот. Считаю, что я пёсю домой не пускаю.
Его зовут Распутин. Он... Я его взял домой. Я когда сюда приехал, он жил на балконе. То есть... Я приехал... Этот... И выхожу на балкон. На балконе сидит Распутин. В этой квартире. Просто тупо пустой открытый балкон, не застекленный. Там сидит Распутин. Я его спрашиваю, ты что тут сидишь? Он говорит, прошлые хозяева уехали, оставили меня на балконе мерзнуть. А вы говорите, я его домой пустил, он теперь у меня живет, дом охраняет. Этот, все нормально. Так что мы с Распутиным хорошие друзья. Он у меня очень-очень хороший мой спутник по жизни. Но нормально. А вы говорите, я пустил пёсю домой. Не надо тут клевету, то что Варлок пёсю домой не пускает. Что за дела? Всегда пёсю домой пускаю. Особенно если на улице холодно. Ну-ну-ну-ну. Судья. Плюс 3 налог на каждого полученного советника. Лок-доги, спасибо тебе огромное за донат 666. Спасибо тебе громадное за большущую поддержку. Okay, мы можем сделать апгрейд на хорошего нужного ретрона. Слушай, у них апгрейд серьезный такой. На 8 заразы. Расширение нам не актуально особо. Судья. 3 налог на каждого полученного советника. Типа очень много налога будет. Но у нас с деньгами вроде норм. Знаешь что? Давай апгрейд действительно на ретрона этого. На крысобота чумного. У нас будут элитные крысоботы. 15 налога это много налога. Но у меня еще с золотом проблем нету. У нас сыр. И этот сыр даст все деньги. Я хочу апгрейд на крысобота. Крысоботы это... Опять же, мы делаем эксклюзивный фокус на крысоботов. То есть мы прямо узкоспециализированную армию собираем на чумных крысоботах. Нет смысла и не заставлять карты, да? Вообще-то есть. Стоп, сначала большой сыр, потом маленький сыр. Магазин. Окей. Башня Тесла. Урон электронов плюс 50%. Ооо! А вот это уже интересно. Окей. Послушайте меня. Да, мы пока играем только чумных крысоботов. Но чумные крысоботы работают с любым уроном. Чумные крысоботы не увеличивают урон любого дамага. И со стороны башен у меня стоит электрон. Один штук. Плюс я могу статический заряд купить уже здесь и сейчас. Но статически не идеально. Лучше, конечно, иметь в наличии этот грозу. Не забывай про бочки. Тоже вариант, да. Я беру башню Тесла, опять же, деньги пока есть. Будем их тратить. Вот, кстати, тратить. Убрать, хранить карту в руке. 100 золота за каждую храненную. Чего ты сам хотел, билд на электроны? Чего ты? Ты мне кто? Кто мне 20 минут? Сам дурак, иди в баню. Знаешь чего? Установи себе ретрополис и играй. Чего ты? Капец. Все ему не нравится. Я не хочу вот это вот брать. Потому что у нас хранение, на хранение у нас, собственно, карты нету. Это она нам приходит из временных. Я думаю, стену налево еще расширится, но вроде тоже пока не нужно. Окей, я думаю, достаточно, ребят. Думаю, что мы достаточно этот повеселились. Время серьезных вещей. Например, башни Тесла.
Серьезная большая башня Тесла. А, да, это магазин, в котором я уже был. Как только придет удаление, мы удалим. И вот теперь эстетический заряд будет, должен быть хорош. Чтобы найти какой-то способ. Стоп, здесь есть что-то поинтереснее? Оглушить все единицы на 3 секунды при применении электрона. Как это работает? Инфаркт. Оглушить все единицы на 3 секунды за примененный электрон. А, ты сначала накидываешь вот это, а потом сверху. Оу, прикольно. Очень-очень интересно работает это все дело. Снос. Окей, мы нашли снос. Блин. Исследование нашли. Черт. Фейк-стены нужны? Да он их просверлит все равно. Я уже 3 стены делал, он все равно просверливает. Фейковые стены не помогают. У него, знаешь, как кадрелю такая. Я... Снос нужно улучшить. Исследование... У тебя все улучшено? У меня ничего не улучшено. У меня вообще апгрейдженных зданий нету. Снос намного перспективнее, окей? Снос это, блин, какая мощь. Особенно учитывая, что мы играем через башни с одной стороны. Снос это супер мощь. Окей, удаление, удаляем старого ретрона. Где он? Вот этого. Сейчас пока... И плюс снос поможет... Со сносом можно будет расширяться в эту сторону в том числе. Я всякий случай сюда поставлю одного бойца. Камней. Камней нет. Да, потому что исследованием я не смогу улучшить уже построенные карты. Пиво. О, завод. Не думай, просто покупай его. Всегда, когда видишь завод, просто покупай и никогда не думай. Давление не уверен. Пиво. Ну, пиво хорошая штука. Пиво лучше, чем... Растворить. Удалите 3 союзников, которые потеряли больше всего очков здоровья в выбранной группе. Плюс 100 золота за каждого удаленного юнита. А, это рынок, точно. Окей, я купил уже. Да, это рынок. Вечная моя проблема. Классическая. Я уже купил карту, да. Я забыл, что это рынок чат. Это как всегда. Чего хоть. Бочки полетели. Окей. Я просто сосредоточен на том, чтобы тут не проиграть нам. Иди. Мутантов я переставляю выставлять. Перестаю выставлять. Интеллектуальное агентство. За каждые 120 секунд копировать один полученную карту навыка, как временная карта, и добавить в свою руку. Ну, я так понимаю, клонирует карту навыка. И создает временную копию. Если бы оно давало бесплатную копию, было бы прикольно. Слушайте, это что-то странная вещь, которая в зерно превращается. В общем, что-то хитрая штука, я не буду с ней экспериментировать. Мы здесь возьмем жемчужину и не будем изобретать все велосипеды мира. Завод ты пойдешь сюда, и останется еще место под одну башню, да? Все равно куда-то надо ставить. Я мутантов тоже играть не хочу. Я хочу чисто крысоботов строить. И все. По большому счету. Фул крысоботы билд.
Жемчужина пойдет на сыр, наверное, да. Ну, а на что ее еще играть? Сыр выгоднее всего. И мы не будем из этой колоды удалять сыр. Сыр приносит хорошие деньги. Слева идет апгрейд на снос. А, элитка-то. Ну, так-то да. Так-то да. А всякий случай, что там пану побольше крысоботов, они все равно сейчас все сольются. А крысы, будьте добры, воюйте назад. Было бы замечательно, если бы вы, мои дорогие, воевали назад. Это было бы просто чудесно, если бы... Да, спасибо, крысы. Они даже умудрились не слить мне забег отсутствием войны назад. Но бочки страшно, ничего не могу сказать. Бочки очень страшно. Апгрейд? Есть. Есть гиперлуч, алхимия, есть утки, зомби-утки, но мне нужен апгрейд на снос. Зомби-утки это был... Это был похожий... Похожая штука была, но апгрейд на снос, камон. И... Первым делом апгрейд на завод. Дальше я буду апгрейдить все-все-все башни. Сырный рынок. Ну, сейчас, в общем, сейчас будет жара. И благодаря заводу мы прям будем часто ролить хорошо. Снос еще раз. Я думаю, я займусь сейчас башнями. Конкретно электроном. А еще неплохо было бы второй электрон. Да, лучше, чем вторую башню, наверное, даже второй электрон. Можно мне электрон? Нельзя. Опа. А вот и бойцы, кроме крысоботов. Вот они, доктора. Так, нам нужна стена, кроме того. Док. Крысоботы-защитники, я что-то не понимаю их. Зомби-утки вперед. Ну нет зомби-уток, чат, нету. Можно еще одну статику взять. Статика, она стакается. То есть играешь две статики, они намного эффективнее, чем одна. И за счет, ну, из-за механики электронов. Да. Оп, еще один рынок. Музей. О, да. Музей — это снижение стоимости карты. Электрокрысоботов при этом я брать не буду. Разгрузка. Легендарная карта. Брать эффекты улучшения со всех улучшенных карт в руке. 300 золота за каждую затронутую карту. Фигня. Ну, у нас, в принципе, есть все, кроме крысожителей, да. Я согласен. Потому что у нас чумные боты, чумные доктора. То есть такой хороший комплект... Чумного развлечения. Мы сейчас потеряем трех крысожителей после стены. Али еще не теряем. Бочки. Бочек сразу килл, не думая. Что-то интересное есть? Можно взять ремонт. Сюда статику. Чертова бочка прилетела. Музей сделает карты очень дешевыми все. Музей, он снижает стоимость всех карт. Без разбору. Он снижает карты стоимость карт экономики. Всего-всего-всего. Чем больше у тебя уникальных карт, тем он эффективнее работает. Чумной Новый год. Эпическая карта здания рандомная. Знаешь что? Давай. Рыболовство. Рыболовство же хорошая вещь, да? И я сейчас буду дома нам набирать. Так, снос уровень 2. Погнали апгрейды на башни. А, рыболовство это рандом. Ну, не знаю, пускай...
А туда надо бы башню или электрон еще один. Зачем я туда рыболовство впихнул? Не то чтобы это прям очень плохо, но... Типа оно там далеко не нужно. Хилку. Принесешь рыбалку с носом? Ну да, что-то вроде того. Так, один момент. Удаление карт. Минус гвардия. Хотя она и заблокирована, типа, но все равно в минус ее брать чуть не мешалось. Так, подождите, со сносом я его сейчас заморожу. Мне надо решить вопросы здесь. У меня эта сторона намного слабее, чем... И затащили бочку, молодцы. Башню бы, игра. Мне бы еще одну башню было бы шикарно. Нет, нет, ну ладно. Нет, так нет. Так. Теперь апгрейд на башню сюда. Квест. Трущобы. Нет. Или надо было взять трущобы. Ну, или надо было тупо заспамить трущобами все. Возможно, мне нужно взять было трущобы. Не знаю. Я, может быть, ошибся насчет трущоб. Окей, делаем сыр дешевле. Трущобы можно было бы с носом убирать. Зачем? Башня. Окей, значит, там будут три башни. У меня будет три статических разряда. А, не будет. Так, значит, мне сейчас рыболовство надо убрать и к чертям отсюда. Окей. Клик-клик-клик-клик-клик. Вместо того, чтобы убрать рыболовство, я... вместо этого... Ребят... Там бочка. Крысы, поюйте назад, будьте добры. Я сделал с заводом проблему. Но крысы не воюют назад. Окей, будьте добры теперь отсюда, будьте добры. Спасибо. Мыши, вот отсюда, вот в эту сторону, будьте добры. Окей, спасибо большое, мыши. А-а-а! Варлок, внучек, попробуй кнопки Q. Е в этой игре очень приятно удивишься. Бабушка Влада, спасибо тебе огромное. Спасибо вам огромное за донат 128 сердечко. Спасибо большое еще. QWE. QWE. О, вот апгрейды. Спасибо вам огромное, бабушка Влада, за донат 128. Сейчас попробуем. Сейчас мы попробуем. Сейчас потестим. Я возьму нам клоуна. Клоун хороший. Клоун хороший, большой. Так, Q W E. Новые технологии? Можно перемещаться между стенами? О, да. А, бабушка Влада, благодарю вас. Очень-очень благодарен вам за такую подсказку. Это супер крутая подсказка. То есть можно сразу перелетать с одной стороны на другую. Класс. Я, наверное, забуду использовать это, но... Бабушка шарит. Чат, всегда доверяйте бабушкам. Бабушки шарят. Много башен не бывает, да? А еще временные карты нам дают золото.
А, рыбалку перенести. Точно, я забыл рыбалку перенести. Ё-моё. Окей, удаление. Я сейчас запутаюсь и убью нас. Удаление минус зерно. Зерно больше не нужно. Зерно нужно меньше всего. А, я, кстати, глупый. Сохранение у нас постоянная карта. Что-то я этот... Где мои бойцы? А мои бойцы здесь. Сейчас я решу все вопросы. Ну чего, куда эти ретроны пошли? Ну что за тупость? Смотрите на них. И бочка тут чего творит? Бочка, ну что это такое? Крысы, мыши, сделайте что-нибудь. Бардак. Никакого чертового порядка в стране нету. Окей, давайте чистить колоду. Моя колода полна всякой вот трэша. Лабораторную мышь удалить. Чумного доктора сюда перевести. Вы, мыши, сидите дома, сидите. Вот продолжайте сидеть. Станцию переработки. Магазин. Библиотеку. Слушайте, тостер. Эти бочки, знаешь, во сколько раз были хуже в старых версиях? Чат подтвердит? Раньше бочки были в разы сильнее. То есть эти бочки сейчас еще и ничего такие. Ну, относительно. Раньше была полная катастрофа. То есть раньше ты тут просто на бочках умирал по кулдауну. Так, перенести рыболовство, не промахнуться. Рыболовство сюда. Сюда еще одну башню, библиотеку. Здесь крысоботов больше, крысоботов богу крысоботов. Мы тащим. И башня слева тоже будет, чат, не волнуйтесь. Башня слева будет где-то вот так стоять. И сейчас я ее нам апгрейджу чуть-чуть. Что-то мне еще переносить просто нужно было с места на место. Вроде не особо. Ремонта нет? Нет. Дай мне еще один электрон. Пачка придет. А, пофиг, пускай сгорает. Голда, как с куста. Так. Еще чумные доктора. Теперь храним два электрона с собой. В идеале нам эти электроны улучшенные нужны. Клоун с заводом очень неплохая синергия. Клоун вообще хорош так-то. Он еще кайф. Башня, ты будешь стрелять? Почему моя башня ничего не делает? Алло? Алло? Бочка? А ничего не мешает, да? Все нормально. Никому дискомфорт не доставляет. Стоит и не жужжит. Все в полном порядке. О, да. Так, теперь чаек с бутербродами. Кто ко мне, чатик? Логдоги, спасибо тебе огромное за... Донат, спасибо тебе огромнейшее за донат в целых 100. Спасибо тебе большое, чувак. Ты чего мой чат все переманиваешь? Ты знаешь, как долго я трудился, чтобы собрать эту территорию? Чтобы аудиторию собрать. А ты их все вот какими бутербродиками переманиваешь-то? Где справедливость? Конечно, бутербродики заманчивее, чем какие-то дурацкие стримы. Конечно, этот... Чат к тебе пойдет. Ну что теперь? Взяли один бутербродик, дали и все.
Чат сразу сбежал. Эх, чат, чат. Знаешь что, еще один завод. И знаешь что? Я больше ничего не куплю по этому рынок. Потому что это рынок. Черт возьми, этот завод будет прекрасен. Я его поставлю вот сюда. Там я его сразу улучшу. Бочки, не мешайте, я тут занят. Я тут заводы использую. О, слаб. Невозможно починить, пока враг находится на вашей территории, а? Чертовые бочки. Надо было еще дальше башню назад ставить. 100%. Надо было еще дальше назад башню ставить, потому что это будет вечная история. Прям жесть какая вечная. Гнездо для... на сопротива. Гнездо на сопротива. Окей, берем это, берем ремонт. Погнали. Плюс одна карта запаса, когда ты разыгрываешь карту навыков. Лишнее. Срочно войск налево? Да я вижу, что срочно войск налево. Ну, что мне теперь делать? У нас кулдауна почти нету. Я план такой, что мы должны здесь заспамить все. Сюда гнездо. Дом. Дом тупо некуда впихнуть, да? Есть куда. Войска строятся, чат. Войска строятся в больших количествах. Если эта бочка прилетит, ну блин, чего я сделаю? Если бочка прилетит, значит прилетит. Из плюсов у нас есть... у нас кулдауна практически нету. До тех пор, пока у меня есть... Пока у меня есть деньги, я могу прокручивать колоду супер быстро. И даже не так. Деньги-то ни при чем. Потому что два завода. И они улучшенные, да? Да, да, оба завода улучшенные. У нас в общем минус 10 секунд время перезарядки. Плюс я ульту фиганул. То есть смотрите на количество войск, которые здесь будут сейчас. А еще я могу бесконечно... Потому что у меня клоун, я могу прямо отсрачивать... Отсрачивать? Что это такое интересное слово? Не уверен, что так можно говорить. Я могу отдалять время. Отдалять время следующего волны. Лантидол, спасибо тебе большое за сердечко, донат сердечком. Мубут показывает, что я с тобой 2 года и 1 час. Йоу, 2 года. 2 года это очень много. Спасибо большое, что смотришь. Спасибо огромное. Удаляй сохранить? Не, она хороша. Вы что, сохранить это как добор. Сыр? Сыр — это мои денежки. Сыр — это деньга, чат. Сильно она нужна, деньга нам? Да. Если мы будем спамить в лейтгейме навыками, нам нужны деньги. Без денег нам будет плохо, очень, очень плохо. Okay. Где мой снос? Так, снос, апнуть гнездо. Клик. Ага. Треск сложно использовать.
Он хороший, но его сложно использовать. То есть, не так уж сложно. Главное играть навык, а потом треск. И вот теперь у нас есть очень много электронов. Большая бочка, хорошая. То есть, что мы делаем? Статику, статику, треск, статику, 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 ульту. Чем его зафигачить? Грозовую бурю. Грозовую бурю сверху на улитку. А, ну мыши же не воюют назад, да? Мы убили ее, отлично. Это была супер опасная улитка для нас. Мы живы. Окей. На помощь. Классно, металлолом. Кайф. Ремонт, треск, статика, статика, статика. Изи, ноль проблем. Абсолютно ноль проблем. Кину на берегу веселые элитки. Получить 3 случайные строительные карты. Спасибо, не надо. Университет. В течение 60 секунд 100% перезарядка способности лидера. Я так понимаю, ускоряется. Алхимия, разгрузка, все фигня. Почему все такая фигня? Университет нам не нужен. Алхимия, это фулл рандом. Нет места, нужны стены. Логично. Сколько в этой игре элиток? Сделал забегов 25, 25, каждый раз выбегает, который в первый раз вижу. Ну, можно это рассматривать как положительный момент. Типа, разнообразие, кайф. Так, что у меня еще не улучшено? Вот здесь башня не улучшена. Клик. Сейчас мы будем расширяться. Буквально один момент. У меня вообще нет войск слева. То есть все эти ретроны, это, конечно, было очень весело, но... Ты улучшенная башня или ты не улучшенная башня? Наверное, обычная. Нет, это была улучшенная башня. Окей, я глупый. Плюс башню надо перенести. Башню надо сюда перенести. Поставить ее в этот раз чуть подальше. Вот так вот. Рыбачить, рыбалку юзай. Сейчас, чат, одну секунду. У меня паника. Поймите меня, у меня паника. Как вам такая вечеринка? Окей, магазин. Нам нужно что-то, чтобы спамить. Окей, мы нашли яйца монстров. Яйца монстров хорошие бойцы. Типа да. Можно исследователей взять? И со всем электричеством, которое у меня есть. Крысобота я не буду брать точно. Исследователь. Монстры чумные, я могу только одну взять. Окей. Монстры хороши. Просто монстры самые одни из лучших танков в игре. Это точно. Так, ну время избавляться от сыра. Сыр себя отработал, я думаю, он хорошо себя показал, но уже он мешает сильно в колоде. Снос. 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 На что?
Клик-клик-клик, мимо. Снос на библиотеку. Окей. Яйца монстров нужно апгрейдить в... Нужно обязательно постараться проапгрейдить, собственно, в... Хотя, в принципе, их и так можно играть. У нас крыс свободных полно, просто в качестве танков. Тут яйцо монстров, сыгранное так, оно не вылупится уже в большую утку. Но оно... Оно неплохо... Оно неплохо для танкования. У него броня есть. Рыбачить. Окей, рыбачить я забываю, чат. Это здесь я виноват. Окей, так, превратить яйцо монстров. Без разницы чего. Яйцо монстров превращается в монстра. Чумные доктора к ним. Ремонт сюда. Окей, я рыбачу. Изменить, растворить. Супер луч. Нужен мне супер луч из рыбалки. Почему бы и нет? Потому что я убил всех своих защитников. Но у меня там и не было особо защитников. Все нормально. Больше монстров, богу монстров. Это, кстати, не такая плохая идея. Две копии яйцов монстров. Чтобы их можно было одним использованием мобилки лидера сразу двоих превращать. Бабочка. Окей, это надо ролить за 400. Расширься вправо, перенеси башни. Ну, какой смысл? Проще налево расширяться. Нет? Я что-то не понимаю в жизни. Просто апгрейдим дома, начинаем. Монстр, еще один пошел. Утя, кря-кря-кря, говорит. Что у меня так много карт здесь? Сохранено. Где мой монастырь? У меня до сих пор не улучшенный монастырь, да? У меня тупо он не улучшен. Кроличий участок. Стену. А, только кроличий купил. Но здесь есть под него место. Окей, удаление. Минус еще один сыр. У нас много урона от электронов еще есть. Мы в бою будем спамить эти электроны. Я же их не просто так коплю. Они у меня не для красоты лежат, да? Да, мы вытаскиваем лимит карт каждый раз. Это правда. Так, что у меня тут? Нужна мне здесь утя, где башни. Вообще-то да, вообще-то надо еще электроны не экономить. Вау. Это было стрёмно. О, зима, Новый год, класс. Лидер соответчественники, они ахах, они не будут акху, слушают наш приказ, мы должны акху, сделайте что-нибудь. Отпусти. Карта, вытянутая на 60 секунд, имеет 50% шанс заморозиться. Урожаи замерзли, а артизаны спрятались в своих домах, чтобы убежать от холода. Бедные мыши замерзли. Че, отпусти? Что такое отпусти? Знает кто-нибудь? Кого отпустить надо? Куда? И зачем? Илона Маска надо, чтобы отпустила. Не знаю, снижение стоимости, я вижу смысл только на какого-нибудь доктора, что ли.
Вообще нам тут стену ломают к чертям. Мне не нравится ломание стены. Окей. Монстры, монстры. Больше монстров. У меня до сих пор монастырь был не улучшенный, да. Дома. Еще один музей. Музей вообще сделать все карты нам бесплатными, да, если я его могу поставить. Не могу его поставить. Да и черт бы с ним. Мне очень хотелось. А! Магазин закрылся. Ну вот. Не успел. Только до 23 продают. Все самое интересное. Больше докторов. И в теории нам надо построить много-много уточек. И ваша рука полна. Самка полна. Строить много-много уточек и много-много этих чумных докторов к ним в комплект. То есть вот эта армия сейчас супер сильна должна быть. В теории. Мы могли бы еще расшириться и построить каких-нибудь зданий. Оно нам надо? Ретронов, наверное, можно удалить, да. Они уже слабенькие. Йоу, Дэс, привет. Добро пожаловать на стрим. Не убивай нас, пожалуйста. Нет смысла не расширяться налево, да? Засада 125 урона. Я лучше масс дамагом бы фигачил. Честно. А, это элитка. Брынк, брынк, брынк. То есть, если босс остается один-одинешенек, совсем маленький один боссик, то так-то он не особо опасен. Не убить гиперлучом свою армию, все. Изи бой. Утки клюют. Утки клюют. Легендарная строительная карта. Плюс один, больше возможностей для выбора карт, как вовремя. Так, библиотека реально не нужна. Что, у нас 7 волн осталось? Не надо, дай мне этого мужика. А, вы все сюда? Знаешь что? Я одну утку поставлю на помощь в эту сторону. Окей, удаление карт реально, крысоботы, прощайте. Нет, сыр прощай сначала. Почему так мало войск справа? Ну там типа башни. Они, конечно, на фул не затащат нам, но они держатся. Ну утку туда хотя бы одну стоит посадить, это верно. Изменить. Повторное использование. Карта умение разыгрывается 2 раза. Пускай будет. Сейчас мы что-нибудь сыграем. Что будет, если двойной снос сыграть? Проверим на рыбалке какой-нибудь. Не работает. Еще одно гнездо. Я боялся, вдруг оно уничтожит навык, с которым используешь. А, нет, племя не сыграть. Ну, ё-моё. Thank you.
Так, я слышу там кряканье. Кто смеет крякать на меня? Кто сопротивляется моим утям? Вы. Пёсье подобные. Яшперицы. Хилку моим утям. Лечи утей. Молодцы, ути. Молодцы, держитесь. Я не знаю, что нам еще нужно. Удаление карт. Минус крысобот. Да, ботик вроде бы больше нету уже. Мы нашли ее. Грозовая буря. Ну все. Теперь есть грозовая буря. И это... Я не скажу, что это прям победа, но... Гончара можно убрать, потому что деньги уже особо не нужны будут. Но это, блин, это очень хорошо. Так, снос. Улучшить вот эту штуковину. Как она там называется? А, нету, надо было на болту. Да. Окей, мисплей. Неважно. Гроза выиграет нам финальный бой, по идее. Вот это улучшить. И я хочу еще одну уточку на всякий случай вот сюда, направо. Я думаю, что она нам не очень нужна, но на всякий случай, окей? Места нет. Племя не сыграть будет. Я не знаю, сыграй вот это. Дальше снос на дома делаем. Продолжаем. Еще одного сюда, у этого чувака. Ну, вы меня поняли. Это похоже на победу. Это очень похоже на победу. Хотя мне нравится, какой у нас необычный билд. Камень. Прощай. У нас очень-очень необычный билд получается. Все-таки. Вау. Нет, нет смысла статику экономить, не играть. Да, подождите, стоп. Здесь тоже? Вот здесь опаснее. Вау, молнии рулят. Молнии очень рулят. По-моему, они пару уточек моих прибили. Но... Оп, громоотвод, отлично. Громоотвод пойдет сюда. А, здесь уточек прибили. Все ясно, гады. Вообще никакого порядка. Бедные утки. Сюда громоотвод. А, снос к чертям убрать, да? Он себя отработал. 25-я волна. Снос уже не нужен. Мы улучшили все, что хотели. Нет, нифига, можно дома улучшать бесконечно. Не надо удалять снос. Сохранить, наверное. У нас такое количество добора и такой быстрый откат, что сохранить можно убирать. Ну, оно помогает для электронов и статики, но ну, не обязательно. Две утки хороши. У две утки это нормальный комплект. Утку не надо удалять. Похоже, что у меня все нужное в колоде. Статику я не хочу скидывать, она урон дает.
Еще одно гнездо. Не влезет. Скип магазина. Литка справа. Мы будем статика ее фигачить. Элитку. В теории. Так, снос. Дома. Все. У нас вся колода в руке. Ну да, это круто, когда у тебя вся колода в руке, когда тебе больше ничего не нужно. Превентивно поруток для элитки и... По идее, должны затащить. Что у меня еще не улучшено? Электрон. Побольше подойдет. Статику в пустоту не кидать. Статика, 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 треск. Статика, 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 грозовая буря. Вот как-то так должен наш разряд выглядеть. И, не знаю, пускай будет засада на 200 урона на плитку, которую я, конечно же, не смогу попасть никак. Ути живы! Ни одну утю не убили. О нет, их еще больше. Руки прочь от моих утей. Ах, вы гады. Перебили утей. Враги народа. Дровосек. Минус 25% стоимость строительных карт. Очень вовремя. Так, дай мне апгрейд на грозовую бурю. О, да, 5 электронов в секунду. О, да, вот это грозовая буря. И... Ну, время снос удалить. 24 волны. Кроличий садок улучшим. Снос не нужен. Все, он себя работал. Снос себя отработал. Он улучшил нам все здания, нам реально больше нечего апать. Окей, пара домов остались неулучшенные, я дурак. Но... Кому же легко. Неважно. Не обращайте внимания. Окей, уточки. Кря. Лекаря. Что я сыграл там? У тебя два здания, которые просто занимают место. Они не занимают место. Они... Там живут. Хорошие, нужные здания. И мне сюда надо, наверное, утку еще. Замедлитель нет. Подготовка нет. Все фигня. Окей, все, теперь у меня все карты в руке. Уточка. Доктор. И мы будем побеждать за счет этого. Мы будем побеждать в основном за счет навыков. В теории. Если нужен танк, яйцо больше подойдет, чем утка. Это, кстати, тоже вариант. Можно просто вот так яйцо закинуть. И оно потанчит. Согласен. Электричество. Все, что ли? Ну вот. А, не все.
Это еще не конец. Ну и на кого я инфаркт сыграл? Вот теперь это все. 14 жителей или строительные карты. А будьте добры, жителей. Все фигня. И сейчас мы построим очень много уточек. Минус карты. Ремонт можно скинуть? Металлолом, да. Не знаю, мне кажется, вот такой маленькой колоде уже сохранить не нужно. Она сама место занимает. Металлолом у нас есть чем убирать. Ты что, у меня вся колода в руку помещается. Потому что у меня этот, библиотека. Колоды точка нет. Да, я ровно всю колоду вытаскиваю. Зачем мне сохранить? Ну, может, не всю, но пару карт я просто играть не буду. И все. Эту уточку сыграть. Яйца сыграть для блока. Еще одного этого. И... Ну и что? Хилку... Хилку, будьте добры. Хилку. Сюда. Еще одну утку на эту сторону, на всякий случай. У нас проблема есть. Если нам нужно будет в финалке драться. Ну, в смысле, нам точно нужно будет в финалке драться. Но если... Нам нужно будет переводить одних бойцов с одной стороны на другую. То у нас очень медленная... Наша пачка очень медленная. То есть они не то чтобы смогут супер быстро перебраться. Поэтому вот в этом могут быть проблемы. Черт возьми, даже ретронов несколько все еще живы. Убейте их, пожалуйста, чтобы я племя мог сыграть. Спасибо. Реаниматор, привет. Я сделаю вот что. Статика сейчас по всем параметрам хуже треска и грозовой бури. Okay. Грозовая буря и треск будут лучше намного. Я оставлю грозовую бурю и треск, и мы будем их вместе играть. Потому что золота более чем хватит, чтобы спамить грозовую бурю. Я не знаю, стакаются ли они, но... Я думаю, я удаляю статику. Она работала нормально, то есть я не хочу, чтобы статика обиделась и подумала, что я не уважаю ее былые заслуги. Статика молодец. Она нам затащила весь мидгейм. Но сейчас уже лишнее. По-моему, нам не влезет еще одно гнездо. Я не уверен, что... Инфаркт какая-то такая странная карта, я пока что не буду ее использовать. Я ее... Ну, я понимаю, что она делает, и не могу понять, как мне с этим жить. С тем, что она делает. Просто кликать, и типа она будет стан навешивать, но не всегда. Иногда будет, а иногда не будет. Может навесить, может не навесить. В общем, странная штуковина. Поэтому я в основном ее буду игнорить. Смысл удалять, если всю колоду вытягиваешь? Хороший вопрос, кстати, да. Смысл удалять, если всю колоду вытягиваешь? Так, вытягиваешь. Логично. Да, не надо было.
молния плюс треск. И не успеваю сыграть статику. Слишком много врагов. Окей, пошли направо. Да ё-моё. Сначала молния, потом треск. Никого. Вау. Жесть, у нас много урона наносят навыки. Какая красота. Так, удалять не надо, чат, вы правильно говорите. Бжух. О, я здесь мог поставить еще одно гнездо. Черт, дайте мне гнездо. Не надо. Сейчас финалка? Финалка! Окей, финалка справа. А... Уткам очень далеко идти будет. Что может быть проблемой? Так. О, как им далеко идти. Что делать-то, Михалыч? Строить новых уток. The new утки. А крысоботы, до сих пор там пара крысоботов живые с начала игры. Окей, я попробую инфаркт использовать все-таки. Попробуем понять, насколько он хорош. Слава империи! А! Какого черта? Что за крабы? Какой-то огромный синий краб, да? Бурю ему. А, все? Он даже пискнуть не успел. О, его. Его. Очень, я бы сказал, что босс был несколько шокирован происходящим. Но у него, он прямо, его прямо передернуло от увиденного. Его, его, фу, такое впечатление, как будто то, кому... Окей, знаете что, я прекращу. О, да, это было круто. Какой забег. О, мы прямо порвали его. Он 220 вольт, да? Фу, шокирующий результат. Победа! Это она. Это очень-очень хорошая, качественная победа. Почему я такую музыку? Знаете что, дай мне музыку повеселее. А, где она? Опа! Вот, вот музыка для победы хорошая. Вот хорошая музыка для победы. Вот она. Какой хороший билд. Мы ни разу такой эффективный билд не собирали. Мы ни разу не собирали такой сильный... Такой сильный и мощный билд на навыки. Да, мы делали до этого билды на навыки, но они, блин, такого не было. У нас был билд на гиперлучи.
Но он провалился, когда я убил всех своих юнитов гиперлучами. Поэтому... Вот. И... Вот. В любом случае, это было супер круто, мне очень понравилось. Я в восторге. Я в восторге от этого забега. Мы даже быстро. Мы у нас сегодня, наверное, будут экстра кубы. Сегодня будет немного экстра больше кубов. Я так думаю, что... Потому что в Ретрополисе мы не успеем забег еще один сделать, поэтому мы пойдем в кубы. И к тому же я хочу закончить Ретрополис на положительной ноте, на победе. Знаете что? Давайте посмотрим, какие мы открыли карты. Шпион? Крыса 007. Задняя шеренга плюс 3 атака, если ранее игравшаяся карта была военной картой. Как интересно. Очень интересно. Такого я еще не видел. Советники, может быть? Два советника. Йоу. Пика, пика. Пика. Дополнительный электрон, когда применяешь электрон. Смотрите, какой грустный Пикачу. Чего он такой грустный? Когда... Че, Пикачу расстроил? С Новым годом. Йоу, Дварк, спасибо тебе огромное, громадное тебе спасибо за донат 256. Спасибо тебе большое за поддержку. С Новым годом тебя тоже. Спасибо тебе большое. С Новым годом и тебя. Всех с Новым годом. О, и новый этот советник-математик. Ну, мы его никогда не будем брать. Никогда. Айдвар, привет, привет. Спасибо громаднейшее за донат, за поддержку. Добро пожаловать на стрим. А мы как раз в кубы идем.